Близ швейцарской границы группа итальянцев захватила центр связи, из которого передавались рекламные ролики Фрогурта «Вырастишка». Итальянцы решили, что реклама их обманывала. Несмотря на обещания, их дети не летали во сне и не росли. Поэтому они решили уничтожить центр. Центр связи проходит под кодовым названием «Объект Карлик». Для разрешения ситуации отряду предоставлены все полномочия. Евлампий высадится на северо-востоке и уничтожит всех захватчиков центра. Необходимо избежать больших жертв из числа психически здоровых граждан. Если центр связи будет поврежден, то сумасшедшим итальянцам удастся добиться своей цели. Нужно заняться объектом Карлик и уничтожить всех сумасшедших родителей. Понял! Центр ни в коем случае не должен быть поврежден. Мы не можем прерывать трансляцию рекламы. Родители, захватившие центр, патрулируют территорию объекта. Понял, прапор! Я обнаружил центр связи. Всем бойцам нужно заняться объектом Карлик и уничтожить всех сумасшедших родителей. Понял! Центр ни в коем случае не должен быть поврежден. Мы не можем прерывать трансляцию рекламы. Родители, захватившие центр, патрулируют территорию объекта. Понял, прапор!
Каспель Варио! Интердаку! Я обнаружил центр связи. Лезу внутрь. Будь начеку. Thank you.
Камура! Ich kann mein Bein nicht mehr fühlen. Центр связи зачищен. Вертушка уже в пути. Nicht schießen!